Всем привет, друзья! Вы на канале Крига. Сегодня у нас небольшое будет видео. Сегодня у нас поход за яблоками. Неожиданное видео. Хотели на море поехать, но опять оно штормит. Думал понырять в костюме, что-то для вас поснимать, но... Вы там идете или нет? Но погода не удалась. Вчера были на рыбалке были вчера, блин. Охренеть. Это все трусы и лифчики. Ребята, блядь, извините за мат, просто неожиданно. Это все трусы и лифчики. Детские, взрослые. Охренеть. Сходили за яблочком. Этих штук, наверное, 50, больше даже. Очень странное место. Куча лифчиков, трусов, одежды. Одежды немного. Воняет. Трупятина какой-то. Вообще непонятно. Тут что-то засыпано.
кажется, реально воняет трубой. Спускайтесь потихоньку. Давай палку. Пойдем. Блин, ты вытащишь его? Вот такой вот пролесок в песчаном, загадочный. Вот трусы, причем все разные, блин, бабкиных панталон до подростковых трусов. Чисто женские, без галтера. Купальники даже есть. Странно. Причем есть, которые, видимо, недавно бросили. Они то ли в крови, то ли непонятно что. Презервативы и женские выгоды. Детские трусы. Есть бюстгальтер с биркой. Он новый. Скорее всего, здесь орудует серийный дрочила. Слышишь, кто? Только трусы с кровью смущают. Ни хрена себе тогда залило. Блин, логово серийного дрочилы. Обалдеть. Блин, даже колготки висят. Ребята, кто захочет проверить, приезжайте в село Песчаны. Здесь недалеко от гостиницы, прямо напротив, через речку. Красная гора или Красный камень, как-то так называется она.
недалеко от пятиэтажек, тут они всего две. Блин, трындец. Стоит о таком сообщать в полицию или нет? Как думаете, стоит? Это жесть. Вот такое вот мы нашли логово серийного маньяка. Серийного дрочила. Ладно, меня все бросили. Пойдем думать. Стоит обращаться в полицию или не стоит? Мне кажется, стоит. Телефоны не взяли, пойдем домой звонить тогда.